добрый шлак. Подходит человек на крыльцо. Нажимает кнопку вызова домофона, срабатывает он то окно. Я вижу, человек стоит и ждет, когда я открою дверь. Открываю. Заходит сразу, до меня не доходя, потому что я в другом помещении, поднимается по этой лестнице. У меня какие-то подозрения. Я решил встать и пройти навстречу к нему. Пришел сюда, на мониторах его не обнаружил. Не было никого на коридорах, первом, на втором этаже. Присел, вижу отсюда, со второго этажа, с группы номер 6, которая не подходила, вот эти группы мы здесь были. Выбегает женщина. Я сразу же подозрил, что это не то. Побежал туда, к той лестнице. Вот сюда я забежал. Третья кровать справа, получается, вот из вас. Ага, дальше ваши действия. Дальше я подбегаю. Хватаю, все машинально. Ну, показывай. Да. Берите прям манекен, хватайте. Он разворачивается, вижу у него в правой руке нож.